он не останавливается. Реально, где это можно увидеть? В какой религии его можно увидеть? В какой идеологической системе? Вот где можно увидеть из тех людей, которые претендуют на веру в Аллаха, на веру в Господа Бога, на религию как таковую, как на истинную религию, где из них можно увидеть, чтобы было такого уровня восхваления, такого масштаба, такого количества, такого качества восхваления Создателя? Миллиарды людей со всего мира, как на Ноев ковчег, всех цветов, всевозможные люди, разных вырезов глаз, социальных статусов, я не знаю, положений. Все просто прибежали сюда, для чего? Просто поклоняться Аллаху. Сюда приехать 5-12 долларов в среднем, в белых одеяниях все идут поклоняться одному лишь Аллаху. Вы поклоняетесь пророкам, вы поклоняетесь святым, угодникам, кому угодно. А мы поклоняемся одному лишь Аллаху, Создателю всех пророков, святых и так далее. Это и есть милость Аллаха, очевидная милость к нам. Потому что Он наставил нас на чистое единобожие. Хвала Аллаху, дорогие мои. Радуйтесь, что мы мусульмане. А те, кто не мусульманин, поторопитесь. Поторопитесь, дорогие мои. Поторопитесь. Это прекрасная религия. Это совершенная религия. Такого нигде нету. Хвала Аллаху, что мы мусульмане. Альхамдулиллях. Мы победители. Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум. Нормально выгляжу? Конечно. Мы близнецы, походу. Ассаламу алейкум. Крутяк, брат? Хорошая мусульманская одежда. Жалко, у меня в Турции нельзя так ходить, знаешь? Я бы с удовольствием в Турции так ходил бы. Честно говоря, очень нравится эта одежда. Прямо она шикарная. Умиротворение, какое-то спокойствие, какое-то такое благородство, да? Прям веет, веет от тебя чем-то таким, ты во всем белом. Ты заметил, эти ряды молящихся, они как ангелы, да, выглядят? Когда все в этом белоснежном одеянии, субханаллах, особенно когда на этом, в храмах. Это тоже такая приятная одежда арабская. Он так круто руками открывает, да? Да. Закалахай. Вот ты был до этого в комиссии, я тебя снимал, а сейчас ты без комиссии. Ты знаешь, это небо и земля. Разные люди. А? Разные люди. Вообще разные люди, брат. Надо купить и храмы, кстати говоря. А? Джордан есть. Здесь тоже Джордан есть? Да, да. А Джордана хорошая, да? Джордана, да. Такие плюс-минус нормальные. Вот все реально рекомендуют эти храмы Джордана. Ну, здесь прочность, тем более, что-то лучше, и они легкие, хорошие, материал хороший. Который раз мы их берем. Они подороже, по-моему, чем обычно, правильно? Ну, они и подороже, но они и получше. За сколько они дороже? Я не знаю, сколько другие стоят. Эти стоят от 150 до 200. Ну, а другие стоят 90-100. Да? Да. Ну, примерно 50-70%. Да, спасибо два раза. Альхамду Раббиль Аламин, Ар-Рахман Ар-Рахим, Малик Яумиддин, Ияка на'буду ва ияка наста'ин. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Кидаем камушек. Получается у нас, смотрите, завтра мы отдыхаем, лаббейку проговариваем, намазы говорим, читаем, альхамдулиллах, готовимся. После завтрашнего дня, дню Арафа, с утра уезжаем на Арафа. Живанши ирезистибле. Ирезистибле. Я вообще люблю котлеты, знаешь? Кинь по-братски, чтобы я себя комфортно чувствовал. Хожу как бедолага по этим торговым центрам. Деньги зло. И знаю, что они людей только губят. Из сострадания к вам он разорил вас в пух, дабы верней спасти от гибели ваш дух, что-то такое. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Альхамдулиллах, вот мы все уже облачились в свои храмы, взяли с собой коврики для того, чтобы можно было сидеть, лежать, спать на них. И зонтики. Сказали взять еще зонтики дополнительно. И все, и мы сейчас все выезжаем в долину, которая называется Мина, где мы должны будем обосноваться и оставаться определенное время.
После того, как ты облачаешься в эту одежду, и перед тем, как выехать в Мину, мы искупались, и мы берем намерение на то, чтобы совершить хадж. После этого мы начинаем произносить определенные слова тальби, то есть восхваление Аллаха. Чё, какая лучшая кофейня? Абаха. А вы можете другой что-нибудь сказать? Однажды. Абаха, брат, другого нет. Опа, начало. Он тебя подкалывает вообще-то. Алло. Он тебя подкалывает. Это наш человек, пошел, он тоже знает. Папаха, он тоже знает. Откуда он знает? وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Это есть тот самый палаточный город, куда все приезжают, и все эти дни в Мине проводят они в этих палатках. Небольшие палатки, по сути, как будто ты живешь на улице, но все-таки, альхамдулиллах, что есть крыша. Раньше крыш этих не было. Милость Аллаха. Инна аллазина фатану аль-муминина валь-муминати Сумма лам ятубу Фалахум азабу джаханнам Фалахум азабу джаханнама Валахум азабу аль-харик. Капельку позитива никому не помешает. Ты первый раз здесь? Четвертый раз ты на хадже? Альхамдулилля. Барак Аллаху фик. Да примет Аллах каждый из них ахир. Ладно, к вам же можешь зайти? Бисмилля. Вот уже все на рахатах, да? Машаллах. Альхамдулилля. Кондиционеры. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ну, жарковато, честно говоря, даже эти кондиционеры особо не спасают. Но поприятнее, альхамдулилля. Здесь есть очень удобные такие совмещенные туалет и душ. Туалет и душ. Где можно спокойно тоже зайти, искупаться и сходить по естественной нужде. Но вот это ответ, любимый брат, на ваш вопрос. Когда ты с человеком проводишь диспут, делаешь дават, призываешь его к религии, и видишь, что человек слепой, тебя суммун, букмун, умьюн, Аллах описывает так неверующих, они глухие, слепые, немые. Ты аят приводишь, они не слышат тебя, не видят тебя. Вроде как бы он уже понял, что это истина, далили до него дошли, но в конце все равно начинает уже что? Как фараон, у него далилев нету, и он в тупике, и он начинает применять свою силу, свою грубость. Вот это называется проигрыш его. Он уже понял истину, но не хочет идти, высокомерие ему не позволяет. Или слепое следование за каким-то человеком ему не позволяет. Вот этот момент называется ихлак, состояние аффекта. Вот в этот момент ты донес и оставь его. Дальше ему не объясняй, не спросишь. Почему? Потому что за результат Аллах нас не спросит в судный день. Аллах не спросит, почему тот человек не принял ислам. Почему этот не принял ислам? Почему этот не стал намаз? Аллах не спросит. Но Аллах у нас спросит: о мой раб, что ты сделал для того, чтобы он принял ислам, чтобы он стал на намаз, чтобы он оставил ширк, чтобы он приближался к Аллаху, чтобы он постился. Сядат, что ты сделал? Аллах в Коране говорит пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, на тебе, Мухаммад, балях, донести. На тебе, Мухаммад, только донести. Аллах, кого пожелает, поставит на прямой путь, а кого пожелает заблудить. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.